друзья, в преддверии Рождества и Нового года хочется поздравить вас с этим светлым праздником, праздником Рождества, и пожелать вам, чтобы в этот день в ваших сердцах заново родилась эта первая любовь к нашему Господу, чтобы с этого дня просто ваша жизнь, она не была прежней. И вопрос к вам, скажите, если бы Иисус был здесь на земле, то какой бы подарок Он хотел бы получить от вас? И, возможно, это подарки не только друг другу, но, возможно, есть в вашей жизни человек, о котором в последнее время вы думаете, человек, который нуждается в вашей любви, человек, который нуждается во внимании. Может быть, это ребенок из детского дома, или это старушка из больницы, или из хосписа. Просто подумайте, помолитесь и сделайте вот такой вот чудо для кого-то. Заверните небольшой подарочек, придите, подарите с улыбкой, с радостью, и пускай это будет вашим miracle для того человека, вашим чудом для того человека. Пускай это будет лучиком света и проявлением любви вашего сердца. И я верю, что именно этот подарок, он станет по-настоящему важным и действительно настоящим для нашего Господа. Это когда мы будем проявлять любовь и добро к тем, кто в этом очень нуждается. Я верю, что этот год, этот Новый год, он станет особенным именно для вас. И со всей любовью и теплом я еще раз поздравляю вас с предстоящими праздниками и благодарю Бога за сердца каждого из вас. Додаток Світлого Радіо Еммануїл тепер є на App Store і Google Play. Завантажуйте додаток для смартфонів і планшетів, і Світле Радіо буде завжди поруч.